Знаю, какое. У тебя оружие какого цвета? Будем перфекционистами немножко. Вот пидорас, блядь. Да любого, нахуй. Ну, вообще темное, черное у меня вроде как. Извините, ты. О, все, купили. Отдача. У тебя черная МК-шка? Да, черная, черная. Light black. Так, я сейчас перезайду. Этот, на манер телефонов, Magnet Black какой-нибудь. Magnet хуяднет. Пидарас. Бля, Скар это охуенно. У него в базе отдача классная. У тебя что, даже рукояток к нему нет? Ну, у меня там на одну единичку так есть. У меня есть, короче, эта рукоятка, я просто не использую это. Которая, блядь, калашам не подходит, уголком которая чисто, блядь. Рукоятка замкнута такая. Думаешь, видно, как я тебе мне подойдет? Ну, у меня на Скар поставилось. А, ну, у меня давай. Два Скара. Если у тебя стандартно это стоит, ты там ничего не менял? План, сошка, блядь. Не сошка, а планка снизу. Так, ну шо? Стартуем. SQR. Вот такая вот. Которая 3 единицы отдачи уменьшает. Mm. Я готов. Там как раз у меня идеально подходящий. Может сделать еще более танком, блядь. Где тут? Где тут? Вот он мой любимый шлемчик. Вы, суки, бойтесь, нахуй. Какой? ЛШЗ. А-а-а. Я не буду слышать нихуя! Но это будет ваша проблема. Боевой режим не выключается. Кстати. Бля, ебать, меня только на страховку ушло 98 тысяч. Не, рукоятку ты не брать, да? Нет, я взял. Вроде как. Да, взял. И прицел взял. Елкан, давай я ее на всякий возьму, вдруг не подойдет. Покажи-ка свой Скар, пожалуйста, скриншотом. Собственно говоря. Скар. Да, блядь, у меня такой же. Ты его у этого покупал? У кого? Здорово. Не у тебя, привет. Пошли. Вы в Тарков хуяли? Да. Да. Ой, ёпты, да ты еще и 5.45 купил. Да. А мы сейчас где? Ёбаный ша. Мы в пока, да, в лобби дальше. Пока в лобби. Да, жопами, либо в этой. ЧВК. Нет. ЧВКшник. У тебя дикие так-то тоже откатились. Ого. Может, что тогда делаем? Их просто я помню, как играть. А потом ЧВК. За дико. Ну, пойдем. У меня да, Джека просто дико. Такой же, только под 7251. Так я бы... Блять, сделал. Я его вот, кстати, сейчас ник у меня очень подходящий, когда меня, сука, выбешиваешь, блять, скотина. Че это значит? Ну, заходи, узнаешь. А! Резерв 9 утра. Женя, у меня сайга, я тебя сразу предупреждаю. Так, секунду. Женя, пригласи меня. А, ну либо так. Ну, блядь, пошел нахуй, вот чукча ебаная. Иди отсюда. Ты кот, мне, ты кстати, киса. Прицельчик даришь? Что это у меня в руках? Верный. У тебя СВ-98 с прицелом Валдай, который мне нужен. Блин, Женя. Мне нужен. Я опущусь до того, что я тебя убью. Так. Мы вчера до конвоя ходили ведь, да? Да. Все хорошо. Значит, у меня, по идее, задача уже выполнена. Не факт. А может, надо еще выйти с локации было? А мы сдохли? А мы, по-моему, не вышли.
Или нет? А не, по-моему, вышли. А мы вышли. Вышли. Мы вышли живыми, да. Ну та, завершай квест. Чё? Да. А, подожди, мы оба в этих? Оба колонны нашли? Да. Оба места? Да. Я же, ну, мы разом заходили же. Я, мне кажется, я сегодня буду хромать, потому что какая-то скотина мне выбьет ногу. Что заставляет тебя так думать? Например, то, что я киса хромой. Это, по-моему, да, снова на превью пойдет. Но код 200 мне больше понравился. Да. Ну, я сделал скрин, так что как бы... Я блять. Там... Так, ты вообще нахуй сейчас вылетишь, блять, потому что тебе Жегля будет кидать, который тебе не кинет никак. Чего? Чего не кинет? Приглашение. Он уже опиздюлился. Ну, это... Он, кстати, одного ЧВКшника завалил. О. Который двоих их двоих завалил. Хм. Которого мы вообще-то подбили. Да. И ввели в заблуждение. И который... Причем я серьезно. Броню вынес в хлам ему. Да ты просто гранатами налево... Судя по пяти попаданиям... Блядь. Ты гранатами налево направо. Я в него еще 5 попаданий сделал. Причем бронебойных боеприпасов. Ломок, по сути говоря. Кабан, чупчик. Ну да, вольфрам там используется, да. В ППБСах-то. 90 с чем-то, блядь, процентов, нахуй. В этих, в ломах, по-моему, тоже что-то вольфрамы используются преимущественно. Ну, это к Андрюхе вон. Он, ну, или к Никите, они по тундре шарят. Да, там вольфрам. Ну. Этик, вольфрамовый сердечник. Киса хромой, блядь. Мне интересно, еще вообще, у Андрюхи какой-нибудь. А у меня этот... Проблема вот, очень большая. Если первые имена убрать, то получается Чукча хромой нервный. Какая у тебя проблема? Или можно сделать так, типа Денчик хромой кабан. Так, открыть. Блять, я не могу. Хромой Чукча лучше. Хромой Чукча. Лучше код 200-й. Так, ребята. Я сейчас вернусь. Угу. О, блядь. А вот эта винтовка, которая у меня... Заданий. Это винтовка, которая у меня, это серьезная винтовка? Достаточно серьезная винтовка. Использует боеприпасы 72 на 54. Но да, у тебя, скорее всего, будут ЛПСы. Но Мосинка на СНБ лучше стреляет. Не, у этой просто эргономика была 0, по-моему, блядь. Может, я поэтому еще промахивался, блядь. У Мосинки-то она ведь была с цевьем Архангел сложим. У нее хотя бы там что-то 17, что ли, блядь, есть. Вон у этой, если, блядь, поменять ложе, ну, на вот эту вот, которую скидывал, из которой ходил однажды на лес тоже, она вообще, нахуй, блядь, 34 имеет эргономику. Эргономика, чем лучше, тем... Чем больше, тем лучше, либо наоборот? Чем нет, больше, тем лучше. Чем больше, эргономика — это удобство оружием. Чем у тебя выше эргономика, тем ты дольше можешь находиться в режиме прицеливания. А вот именно для снайперской винтовки это очень важно, блядь. Нифига, у меня пыль вылетает. Из кулера. Женя, ты где, блядь? Драчу. А, ну драчи. Я тогда тоже пошел подрачу. Чё? А мне можно? Нет. Ты, а ты со своим драчись, мы вообще-то тебя ждем. Алло, блядь. Да. Хорошо. Дима, зови меня. Не хочу я тебя звать. Ты мне не нравишься, блядь. Позови меня с собой. Разработай мой геморрой. Нравится, не нравится, да. Терпимая красавица. О, блядь. Так, первый анал, он лучший самый. Че, блядь, ты это Женя судишь? Давай, Андрюха, быстрее, тут Денчик нервничает уже.
Кабан тюкчит, а киса хромает. Так. Че, вы бомжами? Да. Не, ну хочешь, может, резерв? Бомжами. Резерв, 9 утра. Уже 10 утра уже почти. Почти. Зашел. Молчать. Поехали. Макар, а у него пушка лучше. ВСС. Овен. ВСС. Ах ты ж. Интерес. Ах ты ж. Салава! Вместо тысячи слов. Так, я тут запись включу немножко. Вот ты хуйло, вот ты вот хуйло. Вот ты хуйло, конец тебе. Чё-то Андрюха затих. Так правильно, тут на него набросились. Эти стервятники. Андрюх, тебя очень плохо слышно вообще. Потому что я в 3 метрах от компьютера. 3 метра над уровнем моря. Небо. Да плевать вообще. Понятно. А, если на YouTube болты, вот всю эту хуйню, дайте, пожалуйста, мне их. Какую хуйню, блядь? Болты, мне... винты, блядь, и как они называются? Стоп, болты и гайки? Да, болты и гайки. Потом дальше хуйня для гигиены. Там туалетка, зубная паста, это вся хуйня. А, медикаменты также. Но... Вот этот шприц, набор медикаментов, витамины. Ты же в курсе, что все это, блядь, нам тоже нужно? Вы еще не собрали? Мне нужны одни болты пока. Так что я с тобой делиться не буду. Тебе нужны витаминки. А, ты их нашел вроде, да? А, витамины, по-моему, не нашли мы. Ну, в смысле, Андрюхи. А ты-то нашел витамины? Да кидал этот медблок-то. У меня загрузка лута идет 75%, 76%. Чё-то медленно, 65. Блядь. 90%. Никита, как всегда, блядь. 70. У меня 92. Чудо. 98. 99. 100. Значит, генерация ожидания. Дегенерация. 75. Я родился. Ой, блядь, сирена орёт. Как обычно все нахуй. Вовремя ты родился, получается. Да. Пизда-то нахуй. Лучше, блядь, невозможно родиться. 18 минут. Кто там? Ты пошевеливайтесь, где? Твары. Я у забора, дыра в заборе ускал. А ты 8, где? А я вообще нахожусь в одноэтажках. Это которая рядом с этим. С вокзалом. Mm-hmm. Так, найдете, ребятки, автомобильный аккумулятор, дайте знать. Где вы находитесь после этого? Я в загрузке нахожусь до сих пор. Когда найдете автомобильный аккумулятор, блять. Это... А... Большой. Просто я какой-то продавал недавно. Там другой был. Автомобиль, он сколько стол занимает? 3 на 2. А, нет, значит, не его. Я маленький находил. Его, большой, блядь! А, ты, наверное, Powerbank или какой-нибудь. Не-не-не, там аккумулятор, аккумулятор маленький, беленький. В один слот. Ну, Powerbank! Нет. Это. Есть пауэрбанк. Серенький или беленький? Да. Беленький. Это пауэрбанк. Я появился. Что я, кстати, их два... Ой, блядь, ФП 100. ФП 100. Ты где? Так, секундочку. Я аишку поставлю. Да накрыть аишка, блядь. Так, я у бункеров, как обычно. Да заебал, ты тут их два нахуй. Бункеров этих. Которые ближе к вышке. А, блин, они оба около вышек. Я твою... Налево не надо, мы не ходим. А ты где? Я в вертолете. А это кто бежит ко мне? Не знаю. Тот-то. Чел. Чел. Судя понимаю, что это Женя. Нет. Жень, ты? Нет. Я в вышке Женя, сижу. Ты. А это не рейдер, случайно? А если бы это был рейдер, он бы тебя уже обстрелял. Ну ладно.
Бля, ну винтарез такой четкий. О, я, кстати, архангел для М1 АА нашел. Кому? Себе ты, блядь, нашел. Блядь, потому что у меня М1 нету. О, гексакон на КМ. Ты где там? Я. Ну-ка, стрельни, Андрюха, воздух. Блядь, долбоеб! Сука! У тебя же ВСС. Угу. А у меня есть идея получше. Сейчас кое-что сделаю. Так, раз, два, семь. У тебя нормально получается. Я, короче, сейчас дымуху кину. Все, дымуху кину. Да. Охуенно. Сейчас поживимся. И где ты, блядь, находишься? Только дай знать, где ты находишься. Сука, я в рот не чаю, где ты находишься. Сейчас. Бункера, нахуй, с шилками. Ой, блядь, с этим. Тунгусками. В двух местах, нахуй. Я около дыры в заборе, около этого. Блядь, бронепоезда. Со стороны РСЗОшек. Это Женя. К тебе. Чего? Он с твоей стороны, блядь. Дыры в заборе около бронепоезда. Сейчас я выстрелю, ты услышишь или нет? Ну, выстрелил, знаем. Услышал. Я появился. Со стороны цистерн? Я с другой стороны от поезда, где бункера. Я появился, Дима. Бегу в одной чашке. Еще один. Не, Дима, где? Я тебе просто ориентир говорю. Урал, на мышке, который... На мышке. Урал на плацу, который... А, ну, я опять Женя, я один. Я на вышке. Бункеров. Это я, если что, стрелял. Женя, он на вышке. Тебе обоих забирать. Это ты? Я. А, блядь! Рейдеры! Так, я понял. Женя, никого не забирать. Ёбаный в рот. Вычеркиваю. Кто это побежал? Кто стреляет? Что за паника? Ой. Блядь! Ёб твою мать! Какой замечательный геймплей, блядь. Убивали всех. О, я одного завалил. Двух. Красавчик, блядь. Я на вышку спрятался. Это ты бегаешь в синей каске. Я уже не бегу. Блядь, да ты издеваешься, нахуй. А, блядь, это глухарь меня убил. Мне страшно. Ладно, не рейдеры это были. А, штраф за убийство боссов. Чего, блядь? Блядь, сколько? Меня положили. 0.05. А, остался только, получается, я и Никита, да? Да, давай хотя бы встретимся, что ли, для приличия. Думаешь, надо? Ну, мне кажется, да. Тут нас... Все к этому, все против этого, блядь. Блядь, народ. Че? Почему, когда я вас спрашиваю, вы молчите нахуй? Потому что, в общем... Потому я что... Потому что умер. Я 3 раза чуть Женю, блядь, не убил. Ты уверен, что это был Женя? В синей каске? Меня не было си... А, не. Или была. Не знаю. Ты побежал к этим... Одноэтажке я побежал, и там упал. Дима, ты где? Я у вертолета до сих пор. Тебе надо уходить оттуда. Короче, я... Обходи вокзал сзади, со стороны бронепоезда, вот откуда он приезжает и куда уезжает. С той стороны обходи. Не, я так понимаю, мы тут все этот поляжем. Ну, в процессе я стараемся. Я не полягу, блядь. Я могу хотя бы этот попробовать вот так поделать. Дима. Я не собираюсь полечь. Чего? Не по фэншую. Я не собираюсь умирай. С АГС работать. В смысле, полечь, блядь. Я отомстю. А где вертолет? С какой стороны? Я что-то не понимаю. А, я понял. Там свитер. Противоположный. Ну-ка, место. Дима, да, слышишь? Мне нахуй вообще, блядь. О, я слышу, работают. Это я. Это кто сейчас стрелял? Я. Ты, блядь, чё, в одноэтажках, что ли? Ты долбоёб! В смысле, я на вышке какой-то сижу. Дим, если ты дойдешь до глухаря, возьми у него Аша, пожалуйста. Мне кажется, я до него не дойду. А я вот вижу тело. Хотя лежит. Нет, Женя, я, пожалуй, пойду. Посмотрю на него. Сойди. Как думаешь? О, тут, блядь, нихуя себе, тут дикий с Ксюхой УБ. Ну да, вроде никого. Пока что.
Нет, сначала надо поработать по ним с АГС, блядь. Никита, ты сиди на своей вышечке, ладно? Вот тут кто-то лежит с синеньким броником. Сиди на вышке, блядь, я сейчас по этому месту буду работать с АГС, когда добегу. Андрей, ты тоже умер, да? Да. Да, он откис сразу после тебя. Потому что, блядь, вы молчите. Почему? Паша, блядь, слышу. Это кто бежит? Это что сейчас взрывалось? Не знаю. Это мой пукан. Твой пукан уже немножко мертвый. МП-153. Кто? МП-153. МРК, блядь. Нет, не нужно. Продать нахуй. Чё ты видишь? Ты сейчас лег. Нет, я сел за АГС. Бойтесь зачем? Меня, суки. Я кого-то завалил. Буду. Я хрен знаю, я кого-то убил. Там он на ЧВК был похож. Весь зеленый. Это может быть, кстати, этот, свита. У него калаш какой-то с прицелом новомодный. Жека, ты их где встретил, говоришь? А прямо вот как... Получается, если от ЖДшки идти, ну, от вокзала, и прямо вот где вот этот маленький подъем ближе к бункерам, который... Вот там прямо. Маленький. Блять, меня угол ЭГС туда не достает. Так-да. Он только ближайшую трехэтажку. Ой, одноэтажку. Нет. Он. Ой, одноэтажку, сука, все, у него патроны кончились. Ладно, я подхожу с твоей же стороны. Так, я пошел типа залутаю, он там что-то хорошо одет был. Ну давай, давай, попробуй. Только внимательно. Я уже ничего не говорю. Ай, сетку задел. Она выключена. Чё? Опа. С кем-то. Это, по-моему, на этажках. Ты тебя убили? Да, я не промазал. Ты это промазал был... и тебя убили. Да? Он сначала меня раньше увидел, он там шкерился, сидел. А кто шкерился? Что? Я же могу посмотреть. Кто тебя убил, игрок? Захар Рейдж. Дикий. Ты, скорее всего, Дикого завалил. А, за то, что ты, блядь, этого завалил, поэтому может тебя идет такая хуйня. Ну, было весело. Да слушай, все нормально. Че? Жека, а ты где их убил?